Каюк? В смысле? О, какую-то ошибку выдала. Хайо, гайз, с вами Шимки, и мы продолжаем пройти игру под названием The Borderlands. Короче, Borderlands The Pre-Sequel. Так, мы отправляемся с вами искать дальше музыкальные вот эти... арматуры. Нам нужен скат. Так, ракетки, все хорошо. Телепортируемся и поехали. А ехать нам нужно, блин, как обычно, очень далеко. Ой, фух, хватило. Это отлично. Мне нравится эта машина тем, что она может летать. Так, готово. Так, а вот заедет, блин, я что-то кажется, мне кажется, что... Не, мой персонаж громоздкий становится какой-то. Давайте я просто пробегаю, посмотрю. Урон что-то меньше наношу. Ага, так что мне теперь делать с этим грипплоском? Прекрасно, мы почти у цели. Возвращайся ко мне ее в лаборатории и выучу, увидишь гениальное что-то там. Тем, возвращайся. Возвращаемся. Это нам нужно опять перемещающее устройство, да? Тогда ж... Фух, пронесло. А, и стоять, он уже находится на острове. Еду. Так, ай, блин, он вообще там наверху где-то нас, точно. Эх, ладно, полетели. Я не буду этих трогать, парней. Сразу пойдем наверх. Блин, и они постоянно появляются. Так раздражает. Ну вот и я прибыл. Держи. Превосходный экспертион практически готов к запуску. Осталось последнее около моей ракеты, крутящая Шугуртона. Так, доступно столкновение при старте. Убей их с дороги. Убить энергетический Штагурка. Невероятно, нашли меня сами. И мне не совсем... Да, сейчас мне нужно сесть в машину нашу. Давай, задний ход. И где? Так, надурить он меня точно не мог. Убить энергетические шагутов. Готово. Или я что-то не то убиваю? По идее, все то. Чел. Шагуты же здесь должны быть.
или не здесь, либо я что-то путаю. Что-то я здесь их не вижу, ну нафиг. Походу где-то внутри они были. Либо где-то здесь. Да нету тут ничего. Я убил, получается, их. Челик, давай. Запускай свою шарманку. Это единственный шагут, который я вижу. Что, еще один появился? Я не знаю, каких он говорит. Я их не вижу. Почему так время быстро идет, блин? Энергетический шагута. Увидел. Все. Так, вернуться в центр управления. О боже мой. Возвращайся ко мне и стань свидетелем. Как меня сейчас грохнут. Я стану свидетелем. Все, давай. Три, два, один. Старт. Это вот это? Да. О, да. Лети, моя красивая, лети. Прекрасно выглядит. И да будет музыка. Итак, что сейчас свершится? Что? О, нет! Что происходит? Диджей Тецидис! Спиранского радио снова прямует в эфире и радио приветствует всех наших слушателей. Привет, Эллипс! Нет, нет, не может быть! Моя музыка бессмертная! Ну ладно, я попытался усилить сигнал. Другого этого будет достаточно. Нужно больше мощности! Ха! Диджей Тецидис снова с вами. Очередной суперхит для всех, кто в тиме. Бля. Так, сдать космо. Блин, парниша, ну ты даешь. Так, еще один пиклс. Поехали эту выполнить теперь. И потом к сюжетке. Так, сразу автомат заюзать с хилом. Так, давай продать. Снайперская винтовка. Щиты. Ладно, телепорт. Пик кризиса, поехали. Так, а пик кризис это на что? Ну это понятно, что большая тарелка. Это там, где мы баскетбол еще играли, или нет?
Вот здесь я могу ошибаться. Так, волк боевой дран. Вильгрима отлично подходит для уменьшения атак. Стихийный урод холдом замедляет вас, но не замораживает. Вы видите искателя хранилища. Так, отлично. Как далеко? Так, я что-то вообще-то в районе... Нет, что-то я вообще не припоминаю. Или все-таки припоминаю. Так, сразу на вход идем. Так, 10 уже времени. Мне главное, чтобы меня эта хер не увидела. Она прямо ко мне идет. Главное не прыгать. Главное просто не прыгать. Все, можно прыгать. Я, в принципе, от нее уже далеко нахожусь. Так, антенна, у нас пол... Найдите Элизу. А, мы здесь с этими дрались, с чертями. Еще подарок искали с собачкой. А, ну так сейчас мы здесь быстро пролетим с вами. Я не буду внимание заострять на вот этих врагах. А, сразу пойдем. Сразу идем в центр. Так, дышим воздухом, бежим. Дышим воздухом и бежим. Так, а вот здесь может сейчас быть проблема. Потому что я заблудился. Кажись, я серьезно заблудился. А куда мне тогда идти? Плюс рейтинг безбашенности получен. Так, я заблудился. Это серьезно. Как я тогда поднимался туда? Вот эти двери даже должны были открыться или нет? Или я через улицу шел? Сложно. Ладно, пойдем через отсюда. А, у меня уже воздуха нету. Держу в курсе. Короче, дышим воздухом. Забираемся и все. Все, полетели. Главное не пасть. Долетел, хорошо. По сути, здесь можно спрыгнуть, потому что здесь есть лестница. Краснопузик. Это, боже, это босс этой локации. И как вы мне представляете, куда мне идти? Ё-моё. Сложно. Очень сложно. Кажется, мне нужно сейчас армию, да, эту убить. Потому что я серьезно, я не помню. Кажется, мне должны были ворота открыть. А что-то пошло не так. Сейчас я попытаюсь по-другому тогда все это сделать. Дело. Только мне нужно на баг залезть какой-то высокий.
что-то наподобие такого. Теперь запрыгнуть на тебя. Вот, вот так. Так, теперь сюды. На щит. И от щита уже сюды, в электронную херь. Готово. Найдите Элису. Будь любезен мне сказать, где находится твоя Элиса. Потому что я вижу только босса здесь. Так, хорошо, здесь, помню, щиток можно включить. Щиток отключается. Хорошо, дышим воздухом. Найти Элису. Где... О! Так что прислал меня искатель хранилища? Кто тебе послал? Грязный Дез небось? Сестренка, это я! Я их послал! Пиклз? Ого, ты же искатель хранилища моего братика! Раз уж здесь, то знай, скоро здесь будет мерзкая скавы, которые хотят насадить мою тыкву на голову. Выиграй для меня время, тогда я заправлю ты. Так, блестящий сразу. Искатель хранилища, помоги моей сестре, и тогда... Я обещаю больше никогда не шарить у тебя в вещах. Так, мне тогда нужно кислородную эту херь запустить. А то я сейчас начну вздыхать. Всё, теперь не сдохну. Так, они возвращаются, она говорит. Готово. Убиты. Так, готово, воздух. Херня в том, что они хер знают откуда на меня начинают лететь. О, не вижу и не уйдете. Он убил мою лучшую треть Шлейлу. О, нихера. О, нихера. Нихера. Зачем так жестко? А это наш корабль? Она это крыса. Давай, давай, давай. Долго, долго, долго.
Так, но эта ракета не в меня. Все? Фесток, вы надоели уже. Все, нападайте нормально. Ладно, этот все равно от воздуха сдохнет. А без воздуха не воняет. А, я понял тебя. Там где-то челик застрял, я должен его искать, да, ходить? Класс. Он просто в текстурах был. Чё, правда? Элиза двигалась сюда. Ну и дела. Надо приобрести поставить чайник ее приходом. Загляни, когда сможешь. Хочу вас познакомить. Давайте мы, наверное, этих толстопузика убьем. Да? Только для этого мне нужно закупиться. И продать ненужных вам. Погнали. Ну а где ты? Так давайте сразу сделаю, может, дробовик. Ну не дробовик, а это базуку. Ну все легко. Считай, я просто нафармил себе халявные эти монетки. О, еще камни, нихера себе. У них уже 72. Сколько там самое дорогое, я помню, чекал. Кажется, как раз столько и стоит. Блин, ну мне нужно на базуку будет потом пособирать. Что мне стояло? Кто помнит? Что у меня стояло? Вот это кажется. Да, кажется оно. Так, продажа, пистолет, снайперка, или это продать. Окей. Теперь нужно возвращаться. Возвращаться, по сути, самое быстрое занятие. И мы как раз успеваем пойти в сюжетную миссию. Бац, бац. Так, воздуха мне должно хватить. Для того, чтобы перелететь эту херь. Мы еще потом с этими, помню, дрались.
Приветик. Давай, 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 давай. Сразу хапаем немного воздуха. Блин, а там тоже был, да, у нас телепорт? Ладно. Так, рейтинг безбашенности 10. Получено. Так, мне должно это, в принципе, хватить еще на... Один прыжок. А, не хватает, ладно. Не хватает. Ладно, давайте уже добежим до конца. Тут все равно недалеко. Веса воздух начинает... У меня хп начинается как тратится. Так, они пустошей. Почему нету быстрых точек к ним? Почему я должен постоянно бежать к ним? Долго, очень долго бежать. Мы, считайте, просто закончили одну полузаконченную миссию и все. Ну, и одну полноценную. И на что это было потрачено? 30 минут! Просто на беготню? Просто продвижение по сюжету 0. А, ну хотя ладно, здесь недалеко. Здесь я возьму свои слова обратно. Здесь не так уж далеко. Так, у нас тут еще машина эта есть. Жаль, тебе не удалось доставить Элизу. Представляешь, мы с ней так славно сидели и болтали, а там все. Пока я не нашел поставить еще. Так, поставить еще чайник, а когда вернулся и уже ей след просыл, плюс она прихватила половину моей заначки и почти все, что у меня было. Богом, сеструхи. Так, все. Такое. Ах, да. Она тебе кое-что тут оставила. Так, все. Теперь нам нужно отправляться, да? В next локацию. Сейчас мы это быстро все провернем. Мне достаточно найти телепорт. Заюзать, сразу взять машину будет. Можно будет. Так, равнины. В DLC мы уже потом пойдем, когда я все закончу. Если у меня вдруг... Блин, нужно будет сейвы сохранить все-таки где-то себе еще на компьютере. Если вдруг повредятся сохранения, чтобы я не так уж далеко начинал заново. Типа серию закончил, сохранил сейв. Либо там 5 серий сделал, ну 4, как я обычно делаю. И сохранить где-то сейв, чтобы я хотя бы этот промежуток сам по-быстрому пробежался. Без тупизны. И все, GG было бы. Так, поехали. Сквад, кат, ракеты, разместить, телепортироваться. Поехали. Точно, окей. Нужно где-то я здесь... Я как где-то здесь под углом летел. Ай, ладно. Так, мы еще находились здесь, да, где-то? Подъемчик, да. Еще был здесь подъем. Блик, 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 блик. Блик, блин, блин, блик, блик. Все, поехали. Титан.
индустриальный какой-то фикилити. Прорезанные гранаты, так, стихийный урон холодом замедляет вас, но не замораживает. Вы искатели хранилища, неужели какой-то лед вас остановит? Нет, не остановит, но мы закончим, наверное, сейчас серию. Противники, имеющие стихийный заряд, слабо восприимчивы к атакам из оружия, заряженные той же стихией. И здесь мы будем заставлять нашу супер крутую мега армию роботов. Пока не очень впечатляет. А ты пессимист. Очевидно, да, что тут стало так пусто после того, как Даль покинула Луну после раскола. Нам нужно добраться до цеха и снова его запустить. Окей. Давайте тогда, я думаю, на этом закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.